Ребят, привет, с вами Демигрант, мы проходим Мафию 3, и нам тут задание выпало убить паренька, да, тем самым мы нанесем урон. Так, наш глушитель, ёпта. Упал. This is what happens if you lip off. Так, где вражин-то, ёпта? Next time, keep your damned mouth shut. Блин, мужик замешкался. Сука, позвонит, собрался. Чем мамки сейчас твоей позвони? Сука, впрямую подошел. Ты посмотри. Ты посмотри на эту, блядь. Нет, ты посмотри. Ты видал, да? Вообще охуевший. Так, нам сейчас надо еще уничтожить эти. О, денежки. Денежки, да. Где эти контрабанды? Где сраная контрабанда? Не, я уж руками. Мне так подручнее. Так, и еще одна вот здесь валяется. А, там еще одна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кстати, у нас уже 9 кассиков. Откуда бабло сыпется? Я вообще без понятия, парни. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, давай, сейчас поставим. Ну, где ты? Я тебя нашел. С каждым разом все сложнее и сложнее устанавливать маячки. Не, серьезно говорю, сам видите, да? Не сразу. Опа, оп, упал, упал. О, нихера себе, я сейчас FPS посмотрел, нифига у меня такой нормальный. Активирован УЗИ. Послушайте. А я думаю. Что за хуйня? Такие лохшпеды, я вам скажу. Такие лошпеды. Там кто-то выйти собирался? Не? Так, ну что, точку захватили мы, да? Да, падал, до машины добираться. Лучше на комитет. О, нихера, и свет дали. Что за стереотипы? Все, нахер валим. А, вот, еще тут что-то. Ну ладно, это сейчас поговорим с этим пареньком, и что нам расскажет, и что и сделаем. Блин, охот, надо машин поменять, но... Долго, это все долго. Мы быстрее доедем. Так, тут что-то валяется у нас. Джина! Мать! Я тебе бизнес отнял. Давай тебе сейчас быстренько порешай, чё. Давай, да и забей. Давай сейчас. Чё, говори. Didn't plan on doing any less. An old friend with an E out at the best arm. Say Junior come blowing through, making everybody's life a living hell. And he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Holland being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire into your ass. That, and all the speed he's on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Понял, да? Все против этого Маркана. Все, просто абсолютно. Он такое говно, он стольким жизни испортил.
Это где это я? А. Это где это я? Ух ты! Ребят, ну я просто вынужден у вас вот эту хрень отнять. Да вы, наверное, не против. Ебать! Мужик, прости. С Джуниором поговорить? Нихуя она валит. Хера, я себе такую хочу. Ты гля. Ты гля, ебать. Ебать, она наваливает. Блин, надо переключиться, неудобно. Так, во. Блин, уже приехали. Ребят, минуту. Учись, ёпта. Смотри. Раз. Блин. Дозорно заметил нас. А, и забыл про нас, да? Так. Что, продвигаемся вперед, парни, да? Ебать, куда мне топать? Так, это мне интересно читать, ты тут перевода при том нету. Ты кто, блядь? Бай. Тут мокрух явно все будет. Сука, дохни. Хуями тут припадает. Хуя, мужик, ты! Денежки, пожалуй, возьму. Ай-яй-яй-яй, попа-попа подстрелил. Че, пидоры? Давай! Сучара, блядь. Думал, я тебя не пиздану. Блин! Фу, слабо, что он промахнулся. А то сейчас мою жизнь помацал бы. Чё, блядь? Это что за хуйня? Эпс. Падла, блядь. Бля. Вот автоугонный бизнес захвачен. И знаете, кому сейчас мы его отдадим? Правильно, не Кассандре, а нашему Берку. Потому что он, во-первых, ноет, и нам нужен быстрый автоматический пистолет.
Потому что я с пистолетом очень подружился сам, видите, я только с ним херачу. If we're gonna hold Tickfall Harbor, I'm gonna need some of you guys. You can count on me, lad. And I'm hoping I can count on you to return the favor with the next part of the city. Да, я ему отдам обязательно. Потому что территория прям находится в его зоне. Нам будет удобнее работать. Все. Отлично. Eventually I got a witness to come forward with information that implicated someone other than Sammy Robinson. A woman who lived near Robinson's place saw Sal Marcano and his son Georgie leaving the bar the night of the killings. I tried to bring Sal in for questioning, but all my efforts were blocked by a Judge Holden, who we now know was on take. Сэл у нас теперь в кармане. Ну в кармане-то в кармане, ёпта. Мани. Вот Жизу взяли на всякий случай. Так, вот же моя ласточка стоит. Все, ёпта, валим. Самсон, ёпта. Ух ты. Заложить все четыре теперь мы можем. Ничего себе. Так, удержите G, а затем нажмите E. Бля, прикол. Но это нам не пригодится, опять же. Я хотел по прямой поехать. Думаю, поможет. Но вряд ли это мне поможет. Джей... А, Фрэнк. А Фрэнки давайте потрещим. Братан, валите эту суку, надо. Вот и все. Че говорить-то, братан? Ты зацени, у меня таз. Как я припарковался ты, да? Ну и дверь. А, ёпт, нихуя. Алло, блядь. Курит наркоман. I just picked up this call between Mr. Frank Pagani and Tommy Marcano. The first voice you're gonna hear is Frank's. The fuck you mean it's gone? He came in and killed everybody. Christ, what a goddamn mess. I never seen Sal so pissed. You gotta get your ass back here like right fucking now. Sal's pissed. What about me? Huh? Down here busting my ass, and now I have to deal with this shit? I told you I'd take care of you, and I stand by that. When you're back in town and things calm down, I'll make it right. Yeah, well, you fucking better. Boat's taking off here in a few minutes. I gotta finish up with some things. Then I'll fly back when I can. I checked with Vessel Traffic Services, and they're expecting the Tanager to arrive any time now. Frank's a slippery bastard, so I have no idea where he'll end up once he's back in the city. His car is on the Tanager, though, and from what I hear, he loves that goddamn thing. So if I can get onto the boat and plant this, I'll be able to track wherever he goes. It's the same model we use against the Soviets. Has a mercury-based trigger. Once you see the signal, just follow it. After I put this onto his car, I'll take apart the rest of his district. Since you're leaving any loose ends. I'm sure Frank will appreciate your thoroughness. Отлично. Валим. Убить Пагани? Подготовка. Убить Пагани. Пагани. Зонда. F, к примеру. Куда я попал? Это не Мафия 3, это какой-то, знаешь, Шерлок Холмс, япона мать. Ой, бля. Бедная тачанка. Все, погнали. Здорово, мужики. Кругом трейлеры стоят. Ой, что-то ведет вправо немножко. Отлично, ёпта. Погнали. Бля. Ну, прыгай, мужик.
Что за хуйня? Мужик, ты можешь. Не хуйня же, пацаны, да? Хуйня. Я не хочу устраивать мокруху. Бля, что делать-то? По-моему, у нас все... Отлично. А, это вообще за стеной был. Вообще-то да, отлично. Так, 68 метров. Бедная голова паренька. Бля. Долгий гранд, долгий. Ну где Питер? Валим. Ай-яй-яй-яй-яй, сука, сука, сука. Ебать! Заварушка начинается, парни. Оу. Все, бежим, бежим, бежим. Так, и куда нам? Ой, нет, положи, положи. Положи, блядь, отдай мне. Ну как же мне пониже спуститься к ним? А. Сейчас был такой очень глупый вопрос. Теперь скрыться нам надо отсюда. Ибо свалить. О, тут лестница, а я, блядь, прыгал. Нахуй, нахуй, валим, 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 блядь. Валим, валим, нахуй. Ебать, вот это вокруг началась. Чё, все, подзаебался бежать, да? Ну все, и лайбочку забрали, ёпта. И пизделя не получили. Это самое главное. Ай, красавица, вай. Дальше что нам сделать, наверное? Ну. А, сейчас опять встречаться надо с этим мужиком. Полюбас. Сейчас я подберу. Кстати, мы тут уже подбирали.
Или ребятам на фантазии на текстурок не хватило. И где задание? Не, давай сначала вот это поближе. Все, поехали. Вот, разгромить бизнес воздушных перевозок. Так, 24 тысячи осталось нанести урона, чтобы гниды съебались отсюда. Ой-ой-ой, блин, какая тачка клевая. Мне она просто шустрый, как надо. Я еще не успел выехать, уже приехал. Ментам посрать. Перебор, наверное, да? Я приехал, да, здорово, пацаны. Не говори. Ничего за хуйня. Где, блядь? Суки. Бля. Все, курим, пацаны, курим. Ебать, мы уже все в жопе были с вами. Такой жопе. Который мохнатый прям. Ух. Лах. Подкрепление тоже такое никудышное, я вам скажу. Ну, жалуйся. Нихера, 1200. Ох, бля. А, бля. Не, пацан спать пошел. 1200, охренеть. Давай сейчас бабла-то пособираем, ё-моё. Чё, зря, что ли, собрались? Ну, из тубзика жизни возьмем. Они нам немаловажны, я вам скажу. Броник возьмем, давай. Пополним наши запасы, да. Давай. Нет, нахуй положить, мне нахер не надо. Да где, блядь? Не, все. Так, и вот это получается, да, нам разнести надо. А, нет, это другой бизнес. Кто стрелять, я хуй пойми. Там это издалека. Но не суть, мы уже с этим бизнесом попрещали, повоевали. А. Хуя ты меткий. Давай, мужики. Ой, бля. Как это сейчас больно машине было. Бочару, я похрен чуть помял. Даже, нет,
тупо дверь открылась. Сколько же на этой тачанке раскататься можно? Это вообще... Давай. Ситуация как нихер делать, я тебе говорю, братан. Да, тормоза бы не помешали бы здесь. Так, 100 метров, кстати, осталось. Машинка! Блин, тут коп до хера. Как тут мокруху устраивать? Ту-ду-ду-дум. Тут копы тусуют, ёпта. Действуем втихаря. Okay, that didn't sound right. Отлично. Угу. 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 Аккуратно, ребята, аккуратно. Ой. Ну не настолько аккуратно. Давай, мальчик. Мальчик. Такой волны. Давай, блядь. Сука. Ха-ха. Чё? В смысле ты не горишь, блядь? Бля! Сука, сдохни, тварь! Да, ну и паника у меня жесткая вообще. Погнали. Ну вот и все, бля. Че, я с вами церемонить, ёпта, буду? Так, 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 деньги, 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 деньги. Подпольное казино. Нам, получается, вниз, что ли, идти? Потому что что-то где-то внизу это находится. А, туплю. Блин. А, тут же это, бочки, ёпта. Блин. У меня столько патрон нет, чтобы это все разрушить. Так, и где-то еще тут осталось. Где? А. Отлично. Коп бегает. Я хочу эту тачку спиздить. Ты бы не хотела? Полюбас хотел. Это еще быстрее, по-моему. Нет. Нет. Не пойму. Так, чё? Ну, получается, все. Да. И смотрите, наш черный список пополнился. А, нет, Фрэнк. Фрэнк, вот он, Фрэнк. 49 лет, нихера себе. Ё-моё, какая о нем информация тут классная. Но я прикол по этим. Слепень ты, Грант. Слепень самый настоящий. Давайте еще вот съездим кое-куда. Да. Помчали.
Но это не так сильно валивает как-то. Так, шустрее было. Французский квартал. Расплата. А, понятно. Да ты не догонишься меня на своем пикапе, ёпта. Ух ты. Мне показалось, что это корабль. Ты меня цель, ты, ёпта. Отлично, ёпта. Так, нам еще 300 метров лететь. Порхать как бабочка. Вот это... Ой, блядь, ты куда повернул-то? Мышка, ты чего? Блядь, чуть мышка отказала. Ебаться, сраться, умываться, поливаться чайником. Куда нам топать? Запретная зона. А? Я думаю, ты простой гондон. Братан. Я поэтому где четвертый? О, второй. Где четвертый, блядь? А. Мне бы сейчас снайперку. Да ладно. Не-не-не, с такого расстояния не попаду. Так прикольно. You know that barrel's filled with fuel, right? Yeah. So? So maybe you shouldn't be smoking right next to it? Don't be such a pussy. This here's American steel. Ain't got nothing to worry about. Mm-hmm. Mm. Грант, красавчик, скажи. Ну скажи. Ну блин. Чё ты молчишь-то, блин? Вон, погнал груз. И чё? Через окно, пидор. Бля. Спать, 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 спать. Сука. Ну, дробовик это очень влиятельная хуйня. Очень влиятельная. Ух ты, блядь, сам прибежал, умница. Пока, ребят. Ну, тут, вон, вон, вон там что-то плавает. А, ну, в принципе, урон мы ему все максимум нанесли. Теперь валим.
Косы, бля. Я ебу. Так, все, погнали. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ты слышишь, да? Прям нотки. Ебать, я так далеко машину поставил. Так, ну в общем, поехали, потрещим с Пабло. Хе-хе. Мы в порт при... Мы в порт приехали. Отлично. Я к твоему шефу, блядь. Пабло, блядь. Пабло. Блин, ладно, давай, до конца. Это можно пропустить? Нет, нельзя. Yeah, I heard Frank Pagani told Pops to get his ass back to the freight yard. Pops isn't going anywhere until you're dealt with. I understand he's a hard motherfucker. He's a survivor. Thanks for looking out, Pablo. But I dealt with a lot worse than Pops. Отлично. Так, валим, а чё, сейчас потрещим с папой Уолтером. Папашей. Папаша. Папаня, ёпта. Куда нам чесать-то? О, нормально. Ня-ня-ня-ай. Ой-ой-ой-ой. О, отлично. Так, 300 метров. Ну, кстати, машинка-то все равно это тоже нормально так валит. Но... Что это, блядь? Я нига. Кобра, ёпта. А мы уже тут были. Ну, по той же тактике заезжаем. Мужик, прости, мне по делам. Мне по делам. Где дела, где дела? Миро, пацаны. Пацаны, заходите, ёпта. Сейчас вам тортика принесу, ёпта, всем. Половину не втупили, что произошло. Что к ним просто парни приехали. Подкрепление. Да срал я на ваше подкрепление. Вы мне самое главное машину не помните. Проходим, проходим, проходим. Зачистка пошла, ёпта. Ладно. А, нам тут не пробраться, да? Хер ты бегаешь. Если ты мочить ко мне меня приехал, мочи, ёпта. Ну не писайся от меня. Именно, братан. Лучше поспать, полежать. Да-да-да, сейчас, подожди, деньги соберу. Мне за семью нечем кормить, представляешь, братан? Ты мою семью убил, а новую кормить-то нечем. Понимаешь? Говно случается такое. Бедный папаша. Конечно. Доступна новая запись в дневнике. Бизнес захвачен. Кому отдадим? Берку, 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 Берку. Беркало.
Can you spare some of your crew to hold Tick 4? The Irish are locking down the whole goddamn district, and we better maintain control from here on out. There'll be trouble otherwise. Правильно. Иначе беде быть. Ой, фуры стоят с прицепами уже. Ну все, ребят, здесь будем заканчивать, я думаю, да. Да. Ребят, кушаем тортик, подписываемся на канал, ставим лайки, ждем продолжения. Ну и всем удачки, пока.